Всем рыбакам здрасте! Сегодня отличная погода, вырвался в будний день. Сегодня минус 10, такой легкий снежок идет. Вот, и очередной раз я вот сейчас выехал на своей мотособаке фирмы Помор. Нахожусь я на озере Золотом, называется Золотое озеро. И сегодня я вам покажу одну фишку. Не знаю, плюс это или минус, и почему она глохнет. Эту фишку не все знают и потом удивляются, почему он практически на ровном месте двигатель начинает глохнуть. Но я вам это чуть-чуть попозже покажу. Вот, а сейчас я пока порыбачу, ну и немножко протестим, покатаемся еще здесь по озеру. Поехали! Так, пробурил первую лунку, и толщина льда примерно вот такая вот. Ну, сантиметров, наверное, где-то 30. Сегодня я буду ловить на мотыля и вот на такую мормышку. Форма вот такая вот золотистая и с красным пятнышком. Цепляю я мотыля обычно, как червяка, одного. Этого достаточно для наших водоемов. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть метров глубина. Даже минус 10, все равно лунка немножко подзамерзает. Есть первая поклевка, первый кушок, маленький. Так, мормышка действует, мотыль тоже работает, но таких брать не будем, таких мы будем отпускать. Рыба есть. О, не успел опустить, уже окунь. О, чуть-чуть покрупнее. Ну, это слишком маленький тоже. Мы его также опустим. Пускай живет. Стоят на этом озере сети, вот палка, и он где-то вон там вот тоже конец сетки. Вот тут люди каждый год ставят, и зимой, и летом на сети. Посидела где-то минут 30 на одной лунке, было только два окуня. Сейчас немножко переедем в другое место, попробуем немножко к берегу, чтобы где поменьше глубина. Проехала где-то метров 200. Еще одну лунку забурил. Здесь должно быть помельче. Также на мотыля. Попробуем.
Ну, я еще сегодня взял опарыша. Еще будем пробовать на опарыша. Раз. Два. Три. О, 3 метра как раз. Как я и рассчитывал. Погода сегодня просто обалденская. Я взял, конечно, с собой палатку, но думаю, ее ставить не надо будет, и так тепло. С утра был ветерок, а сейчас уже успокоился ветер. Абсолютно не холодно. Есть первая поклевка на второй лунке. Я такой же, опять такой же этот окушок, попался полосатик. Большой, блин, запутал мне тут все. Что-то мелкие тут рыбешки. Такого тоже отпускаю. Зачем он такой? Просидел я минут 15, может быть 20 над этой лункой, над второй. Сейчас чай попью и поеду искать на глубине. Видать, крупный окунь должен где-то в ямке сидеть. Поездил я, значит, здесь по озеру, немножко побурился, там попробовал, там где-то 3, где-то 4 метра глубина. Сейчас нашел, сейчас побурил, нашел около 7 метров. Ну и решил мормышку другую поставить. Такая вот зеленая. Красными глазками, ну, немножко полоски. Сейчас также на мотыля попробую. Была поклевочка. Еще одна. Как бы мотыля не стащила. Походу мотыль сожрали. Сейчас проверим. Да, стащили мотылька. Сейчас заново насадим. Действует мормышка вот эта зеленая. Работает. Скорее всего, мелочь также клюет. Ну а теперь я вам хотел рассказать о фишке данного буксировщика Помор. Сейчас я вам покажу. Это не все знают, и все удивляются, почему он глохнет. Сейчас я его заведу и продемонстрирую. Значит, здесь двигатель стоит Zonction, 15 лошадок. Там в картере, где масло, стоит датчик. Датчик уровня масла. Вот. Если его не долить или сильно накренить, получается, что он там то ли замыкается, то ли размыкается. Не знаю точно, я не разбирал, не смотрел. И получается, он глохнет. То есть его наконяешь, завалился, упал, и все, и он, ну, короче, вот так вот глохнет. Я не знаю, хорошо это или плохо, плюс это или минус, но по мне так это минус, потому что я когда по лесу ездил по сугробам, надо было его немножко накренить побольше, то есть, и он в итоге само собой заглох.
Вот, сейчас я не знаю, на правую сторону он будет глохнуть или нет. Сейчас еще раз заведу и посмотрим. Сейчас на другую сторону. Он, когда на левую сторону его накреняешь, на левой стороне глохнет, на правой почему-то не хочет. Я не знаю, зачем это сделали. Я читал, что есть такая фигня. Вот, ну так что имейте в виду на будущее. Ну, в целом я, конечно, мотособакой доволен. К месту рыбалки меня привозят. Вот, но это, конечно, не снегоход, там, где по яйца, может, он так и не пройдет. Но мне пришел уже модуль толкач, скоро я его установлю и буду тестить по глубокому снегу. Вот, найду где-нибудь глубокий снег и буду тестировать его. Говорят, что с ним лучше всего идет, потому что он спереди тебе накатывает уже лыжню, и тем самым ему легче идти по накатанной лыжне. Ну, еще одну особенность сейчас я покажу вам. Сейчас возьму камеру в руку. Значит, здесь есть еще вот такое вот отверстие. Здесь вот можно угол атаки менять гусянки. Но я еще этого не делал. Я, наверное, когда установлю лыжный модуль, вот этот болт я подниму выше. Соответственно, будет вот этот угол будет повыше. Ему полегче будет идти по снегу. То есть он будет идти немножко не вот так, а немножко повыше будет вот эта вот часть. Ну, еще раз я дополню, что я в прошлом видео показывал, позапрошлое видео, то что посередине нету одной конструкции, это таких же катков, вот снизу посередине. Это дает тому, что снег легко вычищается, и на скорости он туда вылетает, и легче чистить. Ну, там чуть-чуть забилось, вот этот снег на скорости вылетит, если я поеду. Вот, и он, знаете, вот как-то идет вот с этой стороны, оттуда, когда снег залетает туда, и как бы вот так вот, знаете, вот как водопад, что ли, снежный такой происходит. Ну, вот позапрошлое видео мы снимали, видно, как из-под катков вылетает снег и ложится на гусянку. При вращении оттуда снег просто вылетает, и гусянка остается чистой. Еще бывают вот такие вот ролики, вот эти вот вспомогательные. Они замерзают, туда снег забивается и лед образуется. Он потом не крутится. Приходится его потом очищать, чтобы он крутился. Вот. А так, в принципе, по минимуму снегу. Сегодня был у меня момент такой, что у меня отцепилась волокуша, ну вот эти санки, там болт раскрутился. Хорошо, я быстро не ехал. Из-под ног санки просто улетают. И я вот вместе с рулем в таком положении пролетел там, не знаю, метр, наверное, и упал на грудь. Вот, так что следите за креплением от саней, за болтами, а то на скорости будет чревато. Так что, ну, вот так вот получилось. Еще произошел сейчас со мной такой момент. Вот ручка газа. Вот отсюда снизу открутилась гайка. Упала в волокушу куда-то там, не знаю, потерялась. Вот шестигранный болт. То есть, вот газулька сама. Вот. И вот такие вот запчасти остались. Пружинка и какая-то еще прокладка пластмассовая. Вот так вот ставлю и потихоньку доеду. Ну, а больше никак. Вот. Ну, газ, в принципе, жмется. Нажимается, можно доехать.
решил полем проехать, с дороги съехать вот по глубокому снегу. Вот если не соврать, по колено. Ну почти местами вот прям по колено. Вот. Вот если видно. Вот по колено. Идет по такому снегу, по замерзшему, рыхлому. Ну вот, ребята, как-то вот такие вот получились покатушки и рыбалка. Половил я небольших маленьких окушат, всех отпустил, ну от нуля я ушел. Вот. Но следующее видео у меня будет тест, значит, модуля толкача, который мне пришел. И потом еще будет тест другой мотособаки от компании X-Motors. Так что не пропустите это видео. Ставьте колокольчик, подписывайтесь на канал, оставляйте лайки. Ну и всем счастливо, всем пока. До следующей рыбалки.